И всем привет, вы на канале Рози. Сегодня я вам покажу, как решить ошибку, что не появляется окно регистрации на Радмире. Сегодня будет три способа. Сам эти способы я нашел на других каналах. На этих авторов, кто придумал это решить ошибку, я оставлю в описании. Первый способ — это поменять дату время. Ну, точнее, дату наперед. Вот, например, вот этот способ мне помог решить эту проблему. Я мучился с этим где-то 4 или 5 дней. Для этого, на примере покажу 7 Windows. Для этого вот, типа, нажимаем на время. И изменение настроек даты и времени. Я уже менял. У меня было сегодня 11 июля 2022 года. Сегодня, как правильно, 11 число. Сегодня как раз он это выйдет, этот ролик. Я поменял дату всего лишь на один день вперед. Всего лишь сохраняев. Вот, сохранилось у вас на 12. Нажимайте «Применить», если там появляется эта галочка. И все. Заходите в игру. Если все зашло, тогда поздравляю, вы решили этот вопрос. Чтобы не путаться, какая у вас дата, можете просто выйти из игры и опять поменять на обычный, и ничего не изменится. Просто решится ваша проблема, что не появляется окно при регистрации. Следующий способ — это установить Cleo Reconnect. Ну, данный способ мне самому не подошел. Мне каждый раз при вводе команды /rec меня крашило и выкидывало из игры. Итак, третий, следующий способ — это поменять совместимость программ самой корневой папки Радмира. Этот способ не помог, как по мне. Может, кого-то подойдет. А для этого мы должны узнать, где у вас находится сама корневая папка Радмира. Это заходим, нажимаем на этот шестеренок и видим путь игры. Вы должны запомнить, хотя я не знаю, как вставлять, но я всегда запоминал. D-диск, Redmi Launcher и ресурс Project Scrum. Это легко. Вот. У меня локальный диск, Redmi Launcher, ресурс Project Scrum. И мы уже попали в саму корневую папку. Как я одного автора посмотрел. Надо нажать на GTA San Andreas, свойства. Совместимость, запустить программу совместимости с этим. Убираем эту галочку, применяем, но я не буду применять, у меня так нормально работало. Это из ISAMP XD совместимость запустить, убираем галочку и нажимаем применить. Вот, это как бы три способа, но у меня первый способ очень подошел, вообще сразу все восстановил, за счет кайф. Авторы, которые придумали решить эту ошибку, но я собрал все эти три способа, чтобы вам было легче смотреть видео, а не шастать по всему YouTube и искать эту проблему, как решить. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока.